На сцене прямо под открытым небом видно прошел один из этапов областного фестиваля «Горы танцуют в парках». С приветственным словом выступила заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова. Сегодня счастливы все, кто, для кого жизнь – это танец, и для кого жизнь в танце – это действительно истинное удовольствие. Начинайте! Успехов всем! И ждем! Приходите, приезжайте! Конкурс собрал 10 танцевальных команд, 8 из них из Ленинского округа. Все они прошли предварительный отбор. Затем были упорные репетиции и прогоны, и, наконец, сцена парка «Опаренки». Наш стиль, номер с таким названием представили танцовщицы из видновского клуба «Звездный вальс». И стиль здесь чувствовался во всем, начиная от одежды и заканчивая каждым отточенным движением. Мы этот номер готовили к мае, но про это мероприятие нам сказали неожиданно. И мы в последние 5 дней усердно тренировались по 3 часа. Вот. Так. Номер в стиле хип-хопа. Мы занимаемся современной хореографией, хип-хопом. И этот номер заключает в себе. Мы хотим показать, что люди могут быть разными. Мастерство претендентов на победу оценивали художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин и победитель проекта «Танцы на ТНТ» хореограф Виталий Уливанов. Они находятся на разном абсолютно уровне. Есть совсем начинающие коллективы, а есть коллективы, которые уже имеют какой-то сценический опыт. Но наш проект, собственно говоря, существует для того, чтобы всем дать равные возможности. Оценивали таланты и зрители. Яркие номера никого не оставили равнодушными. Выходят очень сильные коллективы, хочется на них смотреть и смотреть. Все супер, отлично. Все здорово. Очень классно, что появилась такая возможность, и что продвигают танцы, продвигают творчество. И это очень классно. Спасибо большое. Главное, хорошая погода и, главное, хорошее настроение. Ну, а у детей все получится, я думаю. Они только начинают свой путь. Лучшими на отборочном этапе в Видном стали девушки с театра танца «Шаги». Они примут участие в галоконцерте, который пройдет 2 сентября в Балашихе. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видное ТВ.